Всем привет! И вначале от меня лайфхак, как пользоваться розетками в Малайзии. Потому что берем наш стандартный тройничок, а он сюда не влазит. Вся фишка в том, что есть здесь интересный флажочек. И чтобы убрать его, нужно взять... У меня в данный момент у меня был осколок от одноразовой ложечки. Мы его вставляем в флажок, опускаем его, и видите, открывается место для розетки. Значит, нажимаем на этот флажок, берем тройничок или розеточку и вставляем. И все классно. Итак, мой переезд в Малайзию. Вначале мой трансфер был недолгим, меня из одного буса пересадили в другой. И вот этот уже другой бус или микроавтобус вез нас до границы между Малайзией и Индонезией. За этот переезд я заплатил с помощью сайта 12Go, это сайт азиатский, 400 бат, что в переводе на доллары будет 12 долларов США. И по пути мы делали, ну, остановок 5. И вот это одна из них. Какая-то захудалая станция непонятная. И здесь мы прождали минут 5, пока водитель ходил то ли покушать, то ли искать кого-то. Дороги в Таиланде, особенно от Краби до границы с Малайзией, не очень. Почти как у нас. Очень трясло. Местами даже думали, что выпадем из микроавтобуса. Но... зато довольно красивые. И чтобы увидеть действительно Таиланд, нужно не сидеть в туристических местах, а взять и проехаться по нему. Вот это, например, одно из селений или сел Таиланда. Они в основном размещены вдоль дороги, и у каждого, я так понял, домика есть большие участки земли, на которых выращивают в основном пальмы и каучуковые деревья, которые дают природный каучук. Как и у нас, деревня на деревню в Таиланде также не похожи. Одни из них более богатые, другие более бедные. И это все видно по строениям, которые находятся на их территории. Ландшафт от Краби до Транга вообще очень сказочный. Здесь очень много гор и джунглей. И все это скрашивают многочисленные деревья каучука и пальм. Были места, вот например как это, где я реально хотел остаться. Здесь было все, и природа, и красота. Почему бы не так не жить? А вот это уже Транг. Чисто азиатский стиль города. Правда, довольно-таки чистый. И вот именно здесь была наша основная остановка, на которой мы простояли где-то 15 минут. И вот это их центральная автобусная станция. Я был просто в недоумении. Здесь настолько все чисто, настолько все качественно сделано, что у меня просто нет слов. Просто посмотрите и удивляйтесь. Смотря на то, что автовокзал совсем маленький, здесь есть небольшой супермаркет.
небольшая кафешка, в которой вы можете перекусить. Ну а туалет вообще без слов. Здесь реально можно жить. Никаких запахов, никакой вони и чистота. Но это задний дворик автобусной станции. Красота. А за чистотой туалета, как вы видите, постоянно следят. Вот такие бы станции нам не помешали. А вот это полицейский, который постоянно следит за порядком на автостанции и также за чистотой. Я не увидел никаких окурков и никаких брошенных банок. Все красиво и чисто. А вот это карта, что вы можете посмотреть, будучи в Транге. Даже лотки, которые готовят тут же на улице, стерильно чисты. Провинция Транг непосредственно граничит с одной стороны с Краби, а с другой стороны с Малайзией. Расположена южнее Краби. Берег омывается водами Андаманского моря. Ландшафтно и климатически Транг похож на Краби. Здесь те же самые острова с гористыми джунглями и чистыми пляжами, длинная песчаная береговая линия материковой части. Погода в Транге, как и во всем регионе, определяется чередованием летнего и зимнего муссона. Летние ветра начинают дуть со стороны моря в марте и переносят с собой дожди, высокую влажность. Солнце нагревает окутанную облаками и тучами землю, и температура может подняться до 40 градусов Цельсия и выше. Дождливый сезон длится с мая по сентябрь. Но на практике оказалось, что сейчас, вот, например, 8 декабря, а дожди почти не прекращаются. А сейчас за окнами еще одно очень красивое место, где бы хотелось остаться. Домик, выходишь за него, а перед тобой горы и джунгли. Очень красиво. А вот такие вот цены на бензин и дизтопливо здесь, в Таиланде. Где-то на полдороге к границе с Малайзией нас застал дождик. Вначале он был маленький-маленький. Но потом лил как из ведра настоящий муссон. И спустя буквально 10 минут с одной стороны льет дождь, и тут же все это подсвечивает солнце. Как и у нас на трассе, здесь также любят продавать. Правда, вместо яблок и груш здесь продают ананасы. А вот это приграничная зона. Далее за этим городом следует Малайзия. А зовется этот город Хайят. Именно сюда нас привез тайский водитель, где мы ждали пересадку на следующий микроавтобус. Вот так вот выглядит город Хайят. А вот это офис, в котором мы ждали следующего микроавтобуса.
И, кстати, вместо запланированных 3 часов дня, мы сели в этот автобус уже в 1:30. И вот так вот выглядит наш новый автобус до острова Пенанг. А вот это уже граничный город Садао, последний город Таиланда. И мы сейчас подъезжаем к контрольно-пропускному пункту между Таиландом и Малайзией. Кстати, поездка от Хайата до Джорджтауна обошлась мне в $12.35. То есть на всю дорогу от Краби до Пенанга я потратил почти $25. Кстати, этот билет я также купил на сайте 12Go еще до того, как приехал в Таиланд, а именно еще в октябре 2018 года. И скажу вам, этот сайт работает, так что смело можете через него бронировать себе билеты. А вот перед вами открывается контрольно-пропускной пункт. Мы думали, что все будет здесь очень долго и затянуто, но на самом деле здесь отдельные полосы для мотоциклистов, для грузового транспорта, для микроавтобусов, автобусов. И мы затратили на контрольно-пропускном пункте это от силы 15 минут. Кстати, виза для украинцев в Малайзию совершенно бесплатна, и срок действия ее 30 дней. Вам просто вклеивают марку и вперед. Вот, кстати, вы видите, как мотоциклистов пропускают по отдельной полосе. И у них досмотр и прохождение границы идет еще быстрее. А вот это наш мини-бас. Уже на выезде из КПП нас встретили пограничники Малайзии, сделали беглый досмотр, и вот мы уже на территории малайзийской державы. А вот такой вид у заправочных станций Малайзии. А вот тут удивила табличка о бесплатном Wi-Fi на территории торгового комплекса. Едучи уже по территории Малайзии, перемены были разительны. Совсем другие здания, все намного-намного чище, и дороги. Они гладенькие. Все равно, что из страны бывшего соцпакета переехал в какую-то европейскую страну. Здесь основным продуктом, который выращивается, является рис. Рисовые поля здесь идут до бесконечности. Еще удивили домики. Они здесь, наверное, скорее всего, построены государством, потому что идут рядами и совершенно однотипны между собой. А вот эти поля только готовятся под засадку риса. И вдали вы видите снова домики небольшого сельского поселения. Они также совершенно одинаковы между собой. И как здесь хозяева разбираются, куда прийти, когда подвыпили? Наверное, жены им рисуют каких-то зайчиков, как помните в старом русском фильме. Федя, иди на зайчика! Федя, иди на зайчика!
На территории Малайзии нас снова застал ливень до такой силы, что водителю пришлось убавить конкретно скорость, дабы нас не снесло. Я такого ливня еще не видел. И вот на пути к Пенангу нас ждала еще одна неприятность. Это пробки. Они здесь, ну как будто бы в Киеве в час пик. Хотя до самого острова было еще далеко, пробки растянулись на многие километры. И мы по ним шли где-то около 2 часов. Основные дороги в Малайзии платные. И для того, чтобы куда-то поехать, нужно платить денежку. Ну и вот, наконец, мост, который соединяет континентальную часть Малайзии с островом Пенанг. Мы держим путь к столице острова Пенанг, городу Джорджтаун, к его старой части. Длина моста составляет несколько километров, и его центральная часть укреплена специальными тросами. И от этого мост выглядит еще красивее. Кстати, время в Малайзии по сравнению с Таиландом идет еще на час вперед. То есть по сравнению с Украиной в Малайзии плюс 7 часов. Так что учтите это, если вы будете напрямую перелетать из Украины в Малайзию. Нужно будет немножко адаптироваться. А между тем в город Джорджтаун мы прибыли к вечеру. И вместо запланированных 8 вечера мы были уже в самом Джорджтауне в районе 6. И это здорово сэкономило время. А вот, кстати, братья Петронас, которые, правда, помладше, нежели те, что в Куала-Лумпуре. А вот с номером меня ждала печалька. Какой у меня сегодня номер? Вместо того, что на букинге я забронил себе номер с ванной отдельной, мне дали такой, только кровать здесь, и сказали, что завтра его поменяют на то, что я заказал. Ну и уступили мне 10 рингит за неудобство. Отель Rose Heritage, и 2 ночи обошлись мне в 27 долларов. Это вам не Таиланд, ребята. Whenever your heart is broken, don't ever forget your golden. I will find the light in your soul.